Меркадона. Я как понимаю, перекись водорода. Жорик обиделся на тебя. Сказал, что тебе долго надо ждать. Он делает забастовку. Жорик делает большую забастовку. Думаешь, не типа каспач? Да. Начну попробуем. А если нет, я тоже поешь. Ну, почему нет? Вот каспач. Две штуки за 3 ойра. Ну, может, это еще лучше салмарео. Каспачи уже пробовали, а салмарео нет. Я, Васька, этот мясо, ну, щинка, ничего. Рекомендент не написано. Лучше написано томаты, вода. Оливен ойл и все. Пименту. Лобра здесь нету. Не знаю. Обыкновенный сок томата. Что будем делать? Давай лучше вот эти две возьмем за 3 ора. Получается ора 50 каждая. Хочешь возьму? Есть традиционная гаспачо, есть? Лауская гаспачо. Это с луком, это без лука. Это с хлебом, это без хлеба. Какой будем брать? Хлеба мы сами можем добавить. Это без хлеба. Это ж не зорга. Вот как вчера сыр, ты говорил, невкусно, невкусно, сам метерил его, как Вася.
Он сужурит, он начинает жужжать, он жужжит все подряд. Все сметает, все нет, на своем. В Германии ничего нету, вон рыбы такой нету. Такую рыбу повезти один метров. Какому? Они? Ах, я бы сейчас бы один кусочек надо где-то попробовать, я успокоюсь. Надо было один... на мясо, иди на мясо, это там нужно. На, бери тогда, пиши. Не хватает, чего в ресторане дают. Не хватает, чего в ресторане дают. А это что, тунец или что? Маленький тут. Не, какая макрель? Вот это? Это же тунец, наверное. Нет, это какая-то другая рыба. Вот макрель. А вот тунец, вот она стоит. Ну я про него говорю. Ну да. Какой-то маленький тунцы. Дешево, потому что нет, это что-то другое продается, да? Манита, листрада. Если хочешь. Пироги. Ну мы что, потом еще раз придем? На завтра я могла взять вот это.